Привет всем моим друзьям. Привет из Татарстана, города Казани. Хочу немножко показать свою рассаду. Вот как она выглядит. Какие-то есть хитрости, покажу. Вот в течение многих лет я занимаюсь огородничеством, конечно. И мой интерес к томатам только постоянно растет. Очень много в этом году я посадила томатов, очень много сортов. Ну вот, и с годами и постепенно у меня накопился большой опыт, и благодаря которому сейчас у меня всегда очень хороший урожай. И хочу поделиться своим опытом. Вот, во-первых, первым делом надо вырастить хорошую крепкую рассаду. Не стараться, чтобы зеленую массу нам наращивать. А сначала нам нужно все-таки у рассады, чтобы была хорошая корневая система. От этого будет зависеть и весь наш урожай. Вот, поэтому я азотными удобрениями никакими не подкармливаю. И стараюсь эту рассаду не подкармливать. Вот, я один раз здесь монофосфат калием пролила. Прям чуть-чуть на кончике-кончике ножа на литр. Делала такой слабый раствор, чтобы очень хорошо все-таки развивалась корневая система. Вот, в первую очередь обращаем внимание на это. Вот. Лучше, конечно, сеять вот в отдельные стаканчики. Вот так вот сеять вот в отдельные стаканчики лучше всего с добавлением вот земли. Вот. И постепенно добавлять вот так вот. Это самый такой оптимальный и хороший, на мой взгляд, все-таки условие и хороший вот показывает результат. Вот здесь, видите, уже надо добавить. До 7 долек сейчас буду добавлять. Вот. Вот смотрю, корневая. Вот стали немножко просматриваться корневая. Вот, мамино тепло, мамино тепло. Все подписано у меня, все аккуратненько. Вот, вот Шлаубах, мистер, миссис Шлаубах. Вот есть корешки, вот, видите, вот, уже начинают. Вот. Очень-очень поливаю редко водой. Водой поливаю талой, талой водой. Сейчас у нас с кругом с крыш течет, ведро ставим. И я этой водой теплой делаю ее теплой. Чуть потом ставлю на батарейку эти вот полторушечки бутылки. И вот так вот я теплой водой стараюсь. Прям вот так вот по краю. Это все знают уже. Не стараться попадать в середку. Вот. Но данная рассада, конечно, выглядит неплохо. Я очень довольна своей рассады. Сейчас покажу другие свои рассады. Вот. И еще один момент. Это, наверное, все-таки самый главный. Рано. Сажаем рано. Это не сажать рано. Не сажать. Март. Только в марте. Почему? Потому что очень важно, чтобы солнце было... Солнцем именно, но чтобы было под солнцем. Совсем другая рассада. У меня вот эта комната очень солнечная, она веселая рассада. Сейчас покажу я ее вам. И вот эта вот стоит тоже рассада на солнышке. Вот она совсем по-другому себя чувствует, чем стоять просто. Она вытянется, она будет худенькая, дохлая, будет мотаться. Вот, имейте в виду, что сажать никогда не надо рано. Самый оптимальный вариант все-таки начало марта. Вот, и хочу еще что сказать. Вот когда мы сеем, вот, допустим, я посеяла, вот даже подписала. Вот тут, если видно, вот 14.03. Вот так вот, когда мы закрываем, я делаю прям дырочки. Вот их видно, вот. Прям вот так вот делаю дырочки. Вот пальчик сейчас, видите? Просто в нескольких местах делаю. Вот. Вот еще. Вот. И вот так вот стоит у меня где-нибудь теплее, конечно. Вот 14-го посеяла. Вот уже 16-й сегодня, а он уже прорастает. Сеял сухими.
Просто на всякий случай, кто там, если не взойдет или кто-то погибнет, вот все-таки вот. Это я дырочки сделаю для того, чтобы не было плесени. У меня в этом году очень хорошая земля. Я показывала, какая у меня земля, и у меня не было плесени. Вот. Хочу хороший дельный совет дать для начинающих, а может быть, и кто-то тоже так делает, просто как делала я. В этом году я не добавляла. Это железный купорос. Я в этом году в свой грунт не добавляла, потому что у меня не было плесени. А если у кого появилась плесень, бывает часто. Раньше у меня это всегда было. А в этом году за счет того, что вот хороший грунт у меня не было плесени. Нужно добавить 1 столовую ложку железного купороса на ведро грунта. Вот. И у вас не будет никогда плесени. Это тоже очень хороший, как вам сказать, момент нужно учесть. Потому что меня многие спрашивали: ой, а у вас нет плесени? А как нет? У меня нет плесени. Вот все у вас даже вот показываю. Сейчас открою вот этот, я все-таки покажу. Вот открою. Тут я вот переградила. Вот так вот. Вот, видите, никакой плесени нет. Вот, он уже проклевывается через 2 дня. Это я ручкой вот так вот заградила. Тут один сорт, другой. Вот так. Вот, видите, нет никакой плесени. Во-первых, там дырочки, пакетики. Вот. И земля очень хорошая. Я не добавляла. Просто я имейте в виду, если у кого вот плесень, еще будем сажать цветы, астр скоро будем уже сажать. Имейте в виду, чтобы вот и не было плесени. И в пакетиках, когда закрываем, обязательно делайте дырочки. Дырочки 3 достаточно будет. Тоже я так делаю и использую вот так вот. Ну, земля у меня, конечно, была покупная. Я добавила туда перегной немножко, вермикулит, либо агроперлит. Можно песочек чуть-чуть. Вот. Рыбную муку я добавляю. Вот. Ну, если вы плохая проблемная земля, то вот железный купорос, 1 столовая ложка на ведро грунта. Извините, что повторяюсь, чтобы все-таки люди знали. Не будет никогда плесени. Вот. Сейчас я вам покажу свою рассаду. Вот показываю свою рассаду. Это у меня солнечная сторона. Здесь до 1:30 всегда у меня солнце. На солнце выглядит отлично. Вот нравится им все-таки естественный свет нравится. Вот тут у меня и петунии вот. Хорошо, очень дружно взошли. Вот. Если вот вытягивается, вот как это, да, то здесь можно, я вот так вот перлит. Добавляю перлит немножко. Он заодно лишнюю влагу заберет и не будет вытягиваться. Видите, как хорошо себя. Вот. Вот моя рассада. Это у меня еще не одна комната с рассадой. Здесь вон в углу там и гераньки вон. Вот так вот. Вот так сажала по отдельным разные. Один сорт, допустим, в одной вот в этой плошечке. Очень удобно. Все это я подписываю. Все, ничего не перепутаешь. Вот так вот. Снегу, смотрите, еще навалом снегу. Посмотрите, там, видимо, невидимо еще снегу. Вот, здесь у меня 2 этажа я сделала. Вот так вот рассада. Поставила табуретки. Вот эти вот поставила табуретки с этой стороны. И вот так вот здесь вот с перекладину сама все сделала. Никого не прошу. Это вот тут у меня 2-й этаж. Вот залезла на 2-й этаж. Вот. 2-й ярус, вернее, не этаж. Вот так у меня выглядит рассада. Сортов насажала очень много. Еще в одной комнате, там весь подоконник занят, но там муж сидит, телевизор смотрит. В другой раз уж покажу.
Вот так вот рассада. Довольно-таки неплохо. Все-таки нравится им солнце. Как нравится солнце. Вот Катя. Меня просили Катю. Вот это я посеяла. Вот. Вот так вот. На ночь ставлю. Лампу ставлю на ночь. А днем, пожалуйста, солнце. Как они любят солнце. Вот. Сорта разные. Все у меня подписано. Вот. А вот этот вот сорт я вам сейчас покажу. У него листья какие-то кудрявые. Сейчас я вам покажу. Это вот орегано спринт. Вы не удивляйтесь, он листики у него отличаются. Он какой-то кудрявый листья. Видите, это особенно сорта. Не удивляйтесь, если вот будет вот орегано спринт. Для раннего урожая я 4 штуки. Так вот я их. Листик кудрявый у него. У орегано спринт. Сорт отличный, ранний очень. Это вот тоже для раннего урожая. Видите, они уже довольно-таки неплохо. Разные сорта. Очень много минусинских. Немножко гномиков есть 15 сортов. А в основном минусинских. Очень много минусинских сортов. Вот сейчас хочу посеять вот для раннего урожая огурец веселые гномики. Это мне прислала моя подписчица Лиля. Спасибо ей огромное. Она мне очень много прислала. Вот эта вся коробочка. Вот тут семенами уж я показывал, какие. Вот, смотрите, это все она мне прислала в подарок. Спасибо ей огромное. И вот сейчас веселые гномики. Они очень-очень ранние. Очень ранние они. Вот. Написано, что ультраскороспелые. На 38-й. День зайдут. Вот посмотрим. Я его никогда не сажала. Вот такой сорт веселой гномики. Вот так вот я буду вот и как бы вот в улитке делать. Вот так вот я отрезала целлофанчик вот так. Вот. Просто вот был какой целлофан. Вот так порезала. И вот так туалетную бумагу сейчас. Вот так вот, два слоя. Положу сейчас вот аккуратненько. Вот. Брызну. Добавила HB101. Вот так вот брызну. Немножко брызну. Достаточно. Вот на 1,5 литра добавил где-то 3 капельки упало. И вот так вот буду раскладывать семена. Вот я каждый год вот так проращиваю. Каждый год. Тут 10 семян. 10 семян. И семена такие хорошие. Полные все семена. Вот так раскладываю. Вот так вот. Надеюсь, взойдут. Быстро взойдут, надеюсь. Аккуратненько давай сюда. Аккуратно. Так, 10 что ли уже? Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10 пока хватит для раннего. А сейчас вот я скручу. Сейчас покажу. Буду просто скручу и все. Можно еще немножко спрыснуть. Вот, сейчас я скручу. Вот так скрутила. Вот рулетиком, видите, вот скрутила. Ставлю вот так в стаканчик. И немножко туда водички. В стаканчик вот так вот. Поставлю вот. Закрою его. Вот так вот закрываю. Вот.
теплый месяц, через 2-3 дня. И вот так вот я делаю, проращиваю огурцы. Вот такая красота. Вот все-таки зашла, где муж телевизор смотрит, попросила убавить телефон. Вот другое окно у меня. Тоже тут вот и гераньки сегодня, вот эти вот гераньки укореняла. Вот тут только-только всходят. Вот, разные у меня, конечно. Это вот у меня бегония вечно цветущая. Вот это вот другое окно, в другой комнате. Тоже очень много здесь. Помидор. Здесь тоже вот лампа. Вот лампа так светится. Вот. Ну вот, показала вам немножко рассаду. Кому понравилось видео, ставьте, пишите комментарии, ставьте лайки. Кому что непонятно, спрашивайте, всем отвечу, пишите мне в WhatsApp. Надеюсь, уже все начали посевной сезон. Вот чем вас всех и поздравляю. Желаю всех успехов. Не огорчайтесь, если что-то пошло не так. Еще можно пересеять. Еще сегодня только 16 марта. Бывает всякие, у меня всякое бывает. Смотришь, растет, растет, потом раз. И на бок свалился, умирает. Было такое у меня и в этом году. Я сажаю запасом немножко. Конечно, я много посадила. Все, спасибо всем. Спасибо за просмотры. Спасибо, что смотрите. Передаю вам всем огромный привет. Всех люблю, целую. До скорых встреч, мои дорогие подписчики. Вот еще раз покажу. Солнце делает свое дело все-таки. Веселые они на солнце. Всем добра, любви, спокойствия душевного, мира во всем мире. До свидания, пока всех. До скорых встреч.